сгонять. Так, я все заставки пропущу сразу. Вот это, по-моему, да, вот здесь вот. О, блин. Привет, привет, ребятки. Так, мы взяли зулуса, нам еще надо найти народ. Я не знаю кого, я даже прохождение не смотрел, будем иначе разбираться. Но я точно не хочу Вано брать, или кто там был, который поехавший. Который из дробовика по всем шмалял. Он там нахер не нужен в отряде. Так, смотрим. Найти источник разряда произведшего вертолета. Место эвакуации. Припять-1. Ага, ага, ага. Куда мне херачить надо? И куда... Ну, здесь-то это найти артефакты. Это хрень. Блять, кого мне надо еще-то найти? С кем-то же мне надо еще договориться. Ладно, погнали на главную базу, там посмотрим. А, ё-моё, а чё нет отображения игры? Лол. А чё игры нет? Я чё-то не понял. Лол, автодетект стоит. Во. У меня просто два автодетекта стоит, а один не отобразился. Нормально, блядь. Так, карты ХС. Да-да-да, ХС в космосе. Те самые карты космические в космосе. Именно те. В общем, выкладывай. Давай тебя, ты вроде как хорошо выглядишь. Нет, его нельзя. А этого можно? Вано. Ох, какой-то молодец, что пришел. А, не, Вано наоборот можно взять. Это того дебила из коморки нельзя. Блин, жара пипец сегодня. Я кое-как записал ролик про стриминг. И мне надо быстрее кондюк ставить. Вообще лучше быстрее, хотя если будет зима, тут будет пипец как топить батареи. Лучший кондюк. Здравствуй, другого, какой молодец, что пришел. Пойдешь со мной? Да что за вопрос, другой, ты мне помог, и тебе помогу. Замкнут систему дыхания. Деньги на костюмы надо? Бля. Твичеру не стрим Ивана? В смысле, почему? Да, это Ной, на Ной нельзя, Вану надо. То есть ему надо дать 5000, чтобы... Вчера весь твой стрим сидел, про музыку послушать, в чате пообщаться, а потом смотрю то видео про стриминг, и ты говоришь, что стрим ну, основной состав. Вы чё мои слова-то так воспринимаете? Я вам говорил в начале ролика, сказал 80%, чтобы избежать вот этих... А, ку-ку-ку, я не смотрю, потому что... В основном, ребят, это мои наблюдения, связанные с общением, моими переживаниями и моим опытом. Блин, я что неправильно написал? Само... А, самооборона получилась. Само-о. Вот так вот. О, так вот чётенько. Так, между складом и контейнером ЗРК Припись Соколов сидит в бункере ученых. Это там? На, денег, короче. Пошли... Все, пошли к Зулусу. По дороге, говорю, мой костюм выкупать будем. Ну ладно. Я думаю, все равно надо привести к Зулусу, еще найти чем двоих. Чем пожаловал? Слушаю тебя. Ну, мне же не надо с ними бухать постоянно. О, Ивано с нами. Отлично, будет кому провизию нести. Ты только не обижайся, старик, шучу. Давно знаком с Вано, пересекались первый раз в баре 100 рентген. Ну все, ищем дальше. Блин, надеюсь, они все выживут. Или, ну, я думаю, что нет. Я думаю, что это расходный материал, который умрет. Не помню всех деталей. Ну вот, Самон, я же говорил про тех... Это касается тех, Самон, которые заходят. Вот мне пишут, учат меня жить и про ХС рассказывают. Это вот про них. Так, надо к ученым идти. Погнали, ученый. Моченый. Мне еще надо нарезку сделать, которую у меня Чивмент сделал по АДСу. Но я потом выложу. А по поводу нового ролика, не знаю, наверное, только к пятнице будет готов. О, зашибись. Сейчас, блядь. Тут я же немного веса. Чё такой дрищ? 40 килограмм всего. Ну, мешок цемента на спину повесил и идешь. Если выживет, ачивку получить можно. Некоторые квесты в Припяти связаны. Я сделаю все возможное. Ну, то есть ничего я не сделаю. Я не буду грузиться, если кто-то сдохнет. Пошел в жопу.
Так, ладно, теперь надо вот с этим пообщаться. Кто бы тут ни был. А, ну да, 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 сейчас должны меня облить. Давай, давай, лей. Ты? Нет, не ты. Вот пока. Один из этих, да? Вот ты. Пойдешь со мной, Соколов? В Припять, знаешь, а я соглашусь, наверное, вдруг кто-то из наших тоже уцелел сейчас там. Припять походит одна из точек эвакуации. Замкнутая система дыхания. А, ну, тогда нужно надежно, как ученый. Правда, говорит Герман, отдать мне костюм будет непросто. Кажется, он всегда считает, что я должен быть перед пешком до границ зоны. И не занимаясь места в их бункере, может, и у Зерского спросишь, что он помягче, что ли, может, и согласится выдать мне костюм. Хорошо, а ты? Пока. А в Припять ты как... А в Припять-то как ходца... А чё, Гарик, ты не пойдешь? Ну ладно. Ну, привет. Я слушаю. А, подходите. Всегда рад видеть нового человека. Мне нужен защитный костюм. Бункере. Пожалуй, нет. Нас... Ты охерел, я тиазис нашел, слышь, очкастый лысый. Я тиазис нашел, иди купайся. Что нужно, чтобы состоялся разговор с Германом? Недавно у края карьеры возникла область аномальной растительности. Причем у тебя на голове, блядь, нету растительности. Вот где там аномальная растительность? Я хотел, чтобы получить хотя бы экземпляр. Но... ладно, добуду. Что? Все, да? Окей. Растительность, растительность. А ты что делаешь? Может, ты поможешь растительность? Часть сталкера любимая? Да ее нет, они все разом проходятся. Они, в принципе... Только по графону немножко отличаются. Ну вот это ничего такая, это хоть дубники нормальные. Не назящие, что сходи, иди. Иди туда, там, принеси, подай, иди нахер не мешай. Растительность, блядь, аномальная. Так, это склад контейнеров, это тайник, это ЗРК. То есть, где-то тут чувак, да, бродит? Да, кстати, установил алерты. Ну, я сделал все возможное, я не знаю, ну, вроде как должны работать. А у других работает? Это после бана случилось, что мне алерты отрубило. Хер узнает, может заново надо тычь алерт как-то заригиться. Так, тут понятно. О-о-о. Шавочки. Пушканы. Я сейчас чихну. Блин, он где-то здесь тусит. Гав-гав. Может еще гав-гав-гав-гав. Еще гав-гав. О, вот это большой гав. Ва на ютюбе? Да, она уже заливается. Я сегодня 15 частей залил. Я заливал последний ДС, где я бомбил и орал. И вот Припять. Бродяга это монолитовец, надо пристроить к одной из группировок. Где этот бродяга-то? Хера у вас тут шину раз... Уже все растащили. Оп, оп, я что-то слышу. А, это радиация, понятно. Может, тут что-то есть? Нет. А где его найти-то, эту бродягу? Вон какие-то чуваки ходят. Вот это что ли? Сейчас скажут, оружие убери. Эй, сталкер, подойди, пожалуйста. А, вот это? Ты черный, что ли? А, нет. Бродяга. Надо найти людей. Что у вас случилось? Понимаешь, мы не знаем, как здесь оказались. Укрыться. Хорошо, буду в лагере, поговорю с местными. Поговорю с обитателем Янова насчет укрытия. То есть надо его в долг пристроить, да? Ладно, ладно, ладно. Это последний член нашей команды, я так понимаю. А это что такое? А, это добыть образец, чтобы костюм еще выдали. Ну, похерачили. Тяжело, блядь, крыжовником бегай. Сегодня какой день недели, а? Вторник? Вторник, да? Завтра, то есть среда. Сколько у тебя уже народу? Пока двое. Пока Вано и этот. Блинчик, блин, жирный. Вот сейчас я одному костюм добуду, про другого поговорю. Про убежище. Я что-то запутался с этими... С блогами, с роликами, со стримами. Какой уже день? Обычно всю неделю что-то делаешь так вот.
Ты на YouTube заливаешь, что стримишь, и вообще путаешься с днями. Я чуть день рождения матери не пропустил, не поздравил. Всем, кто меня слышит, приближается выброс. Срочно ищите. Я с таблетки сожру. Можно? Или все-таки лучше сожрать? А, нет, давайте подождем, не буду таблетки тратить, могут пригодиться. В Припяти-то по-любому надо будет. Давай, давай. Еще рядом Соколовский сидит. Привет, брат. Привет. Че, у вас тут сосиска пати? Дверь только надо было закрыть. Ну, сейчас привет. Хочу пошутить про Соколовского, но не могу уже. Чего тебе? Слушай. Ё-моё. Нихера у тебя тут дэнс-пати. Вот это ты патимейкер. Вообще ништяк. Давай, давай, еще. Ну-ка, давай, сбацай. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Давай, дух. Ебать, вот это тверк, я понимаю. Сыграть картишки по тест часок. Не, не хочу, ачив. Ну ты, ну, вы же сами понимаете все. Ну, не надо. Ты хоть подвинься, бедный дух не может уместиться. Змей, а ты кто? Дух. А ты булава, а ты тополь, да? Привет, брат. Пойдешь со мной? Но только нет, я не пойду, что нас обещали оформить у меня пропуск в зону, понятно. А Вим, спасибо тебе большое, Вим, за подписку, которая не отображается, я не знаю почему. И спасибо тебе еще раз. Большое за то, что вчера меня по рейдам проводил. Но пока мы ждем выброс, я попробую еще раз. Может быть, все-таки сработает. Может быть, сработает алерт. Ну вот, я беру, тыкаю, тест. Видали? А почему-то не отображается. Что-то отлетело. Кол. А ты? Дуплет. Где еще? Да-да, я слушаю. Да-да. F3. Так, где он сидит? Это дуплет сидит. Сокола я уже взял. Мне надо костюм найти. Вот-вот начнется. Срочно ищите надежное убежище. Сокола я уже завербовал. Надо ему найти что-нибудь. Пока посмотрим, как тут тусня. О-о-о-о. Я вижу, у вас тут все серьезно. Не буду отвлекать. А кто дверь, блядь, не закрыл? Ёб ты мать, дверь-то что не закрыли? Снесет же нахер. Ёб, пацаны. Дверь не закрывается, помогите, дайте хоть толкну ее. Она не закрывается. Ты другу Соколоварта отдавал? Нет, я не стал их искать. Ну когда уже закончится-то, а? Да, золотая, правда. У меня там один есть монолит, и вот золотайте его. Тара-та-та-та-та. Тара-та-та-та-та. Бродяга, сокол, вано. Ну вот, да. Костюм в аномалии получишь от ученых. Но мне надо сходить, квест сделаешь, тогда мне даст костюм. Ему сюда шар будет бесплатно водить. Да ладно, уж не буду, блядь. Я так понимаю, а Припять это где-то середина игры. Я вообще думал, что вся игра будет в Припяти. Перед тем, как начинать играть, я думал, ну все, пойдем в Припять. Будем постоянно здесь. А не тут-то было. О, тут что-то это какая-то отрава. Надо найти. Где? А где? Что мне надо найти-то здесь?
Ага. Валим. Валим. Валим, 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 валим. Оп, оп, оп. Аккуратненько. Все, можно идти обратно к ученым, костюм даст. Я что-то не понял, сюжет игры, суть-то в чем? Ну, надо идти в Припять. Просто вертолеты разбились, надо проверить все точки и найти кого-нибудь. Вот и все. Верт, Артемчик. Та-ра-та-та-та-та. Та-ра-та-та-та. Ну, я думаю, можно уже убрать, мы все равно ни хера не найдем. Почему такое мыло? Не знаю. 4000 битрейт стоит. Не знаю. Там основных квестов штук 8 в Припяти, но это достаточно. Герметизация. Я, понимаете, я вообще не воспринимаю слово мыло, потому что я, в принципе, не могу стримы в Сурсе смотреть, ни один. У меня из-за того, что нет серваков, ютубовские серваки в России, а у меня нет, у меня все очень далеко находится, и меня, я могу только в Хай или в Медиум смотреть, вот так вот тут. Вот. Поэтому... Здравствуйте, здравствуйте. Карты, говоришь, а может не надо, ну его нафиг, надо. А, подходите, что у вас? Принес растение, на. Все? Все, можно? Можно дать костюм? Ну? Ну, привет. Так, все, вот дистанция на бойца по кличке Зулус. Пойдем к Зулусу, пойдем. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Ну, грустно, что-то дичь какой-нибудь еще посмотри. Что я могу ребятскому сказать? Вот скажите, что я могу сделать? Вот давай мне. Ты мне... Блять, я не могу на этого хана смотреть. Ты мне говори, как это можно решить, и я это сделаю. Но ты это никак не решишь. Нет, надо еще найти, еще последнего. Надо поговорить за этого бродягу. Почему в космос карты захотел идти? Ну, мне друг захотел сразу. Блин, я вот иногда, знаете, я вот сижу и думаю, ну неужели вот тут... Вот... Вот так вот трудно догадаться, или понять, или еще чего-то. Я вот серьезно, вот сидишь, думаешь, вот заходят люди, спрашивают такие вопросы, которые, ну, в принципе, странно задавать. Ладно, хер с ним с ХСом задают, там долбоебов полно, они вообще не хотят думать, думают за них. Ну вот, например, вот почему ты решил вот в карты космические пойти? Вот тут, неужели трудный ответ? Начинают задавать тогда, а почему ты решил? Ну, собственно, что? Ну, вот потому что предложили неплохо. А почему? Денег, что ли, мало? Да нет, потому что предложение хорошее, и грех был отказываться. Я 5 раз стримил карты, и я и в феврале стримил их, и в марте, когда был пик популярности. Просто приходит предложение. Мне, пока я не стримил ХС, вот за 2 месяца пришло около 15 предложений всякие браузерки постримить, и всякое такое говно типа Травиана, на что я, естественно, отказался, потому что было плохое, мне не понравилось предложение, оно было отвратительное. Я отказался. Потом я обычно соглашаюсь на один стрим по 3-4 часа и за определенную сумму. Вот и все. Чего такие трудные, господи, как будто я в детском саду сижу и объясняю там, как пользоваться слюнявчиком. Ё-моё. Такие вопросы просто, вот, пиздец. А почему тебя мало смотрят? Да потому что еблом не торгую, не свечусь на других стримах, в чате не пишу, не занимаюсь активной медийной деятельностью. Ну, неужели трудно понять? Ну что ж такое тут? А почему не хочешь? Да потому что не хочу, мне достаточно того, чем я сейчас занимаюсь. Ну как это не хотеть много денег и популярности? Ну вот так вот. Здравствуй, не хочу. Это все. Можешь идти. Что ты глупенький-то? Да я не про тебя именно, Димон, просто за 2 месяца реально уже надоело одно и то же. Это просто ты мне напомнил о тех других. Так, я встретил группу бойцов, они хотят вступить в долг. Хорошие бойцы никогда не помешают, пусть ходят сюда пообщаемся. Принято проблема, дело в том, что они бывшие монолитовцы. Значит, бывшие, не бывшим не бывает монолитовец, он и есть или мертвый. Бывший еще ни разу не встречал, зато я встретил. Но и привлекает агрессию, хорошо, вообще, конечно, что бы им делал, так хорошо. Да, я в них уверен. Я собираюсь идти в Припять, не дашь мне пару бойцов. У нас и так каждый человек на счету. Я готов провести ребят к монолитовцам. Все. Поехали.
под стрим. Да это в голове надо. Это просто элементарные вещи. Я что, зачем это под стрим писать, я не понимаю. Это блядь, ну детский сад. Реально. Стройся. Ну, неужели правда? Здорово у тебя, Нига. Ты пойдешь со мной? Сейчас будет проверять. Надеюсь, никто из них не сорвется. Все, сорян, ребят, продолжаем. Просто я сегодня записывал ролик про стримы, и мне вот об этом что-то вспомнил, и как-то подумал, это реально. Люди не могут понять элементарного. Блять, да даже Дред стримил линейку, потому что там предложили около 80к за стрим. Но кто откажется? Ну, назовите мне человека, который откажется. Да никто не откажется. Потому что ты воспринимаешь эту сумму не просто 80к, а ты думаешь, ну, возможно, по монитору себе куплю новую, приставку, игры, может, себе возьму на стрим. То есть я это так воспринимаю. То есть я практически все деньги вкладывал или вот в ремонт, обустроение стримерской, или в оборудование. Одежда у меня такая же, машина у меня такая же, все у меня так же. В ресторанах я не шикую, максимум это раз в две недели фастфуд. Все. Привет, брат. То есть скоро увидим, как набрать аудиторию? Да. Я уже сделал, ну, в пятницу сделаю. Да, что там все просто. Там реально все элементарно. Просто я совсем вот прям вот для людей, которые только начали стримить, объясняю. Че, все, да? Мы тут все сделали. Надо же поговорить, дед лысый-то, черт. Вот этот. Пойдешь со мной? Блять, а куда ты идешь? Стой, подожди. Хотел бы пойти со мной, мне нужно видеть, что с нами там произошло. Сейчас не могу просить, не могу бросить своих ребят. А, надо подождать, да? Ну-ка, давай. Так подожди. А что делаем-то? Что собирать делать дальше? Скоро идем на станцию Янов, если хочешь, давай с нами. Нет, сейчас мне туда не нужно, пока. Или надо? Или не надо? Да пес его знает, надо, не надо. Ты кто? Здорово. По всем вопросам командиру отряда. Все. Как дела? Кажется, все нормально. Бля, надо было с ними идти на Янов. Возьмешь меня с собой? Тогда пойдем. Так, где лысая башка-то это? Он же где-то здесь должен тусить. Это же долг? Нет, этот не этот. Привет, ты охерел. Здесь что ли должен? И тоже ты не. Ты по какому? Блять. До встречи, сталкер. А вот такое вам как? Давай, фигач. Вадя, Вадя Папич. Где-то он здесь должен быть. Здравствуй, сталкер. Здорово. Так, заходим. Ты? Броня. Нет, не он. Ты? Нет, не ты. Ты. Подходи, брат, у меня как в Греции все есть. Я тебя... Блин, хотя пушку достать. Да что-то за столом я его не вижу. Вот это-то не он. Тебя. Ты можешь провести в Припять? Припять? Нет, мой маршрут так... Ладно. А это... А, вот он, да? Вот! Да, проходим, внизу замкнуто. Это, я сохраню броню монолита. Пойдем к Зелусу, пойдем. Изи! С чем пожаловал? Слушаю тебя. Блять, руки затекли. Бля, ребят, у меня тут есть, короче, предложение. Аня, пришло предложение. От Сбербанка. Это полный пиздец. Вот раскрыли конверт, а там, знаете, что говорится? Я в Инстаграм потом сфотаю, а то я что-то я забыл. Уважаемая Анна Юрьевна, 16 тысяч кредит под 17% на 5 месяцев, ну, на 5 лет. Видали?
Платеж 400 рублей в месяц. 400 рублей в месяц платеж. 60 месяцев. 16 тысяч. 400 умножаем на 60. Это получается 24 тысячи надо отдать. То есть 8% ты выплачиваешь. А 16 тысяч, 8 тысяч, это ни хера не. Это не, это просто полсуммы надо выплатить процентами. Заебись. Ну, конечно, мы не согласились. Нахер надо. Дианон, да тут адреса даже нет. Чё, не на 10 лет? Ну, а так вот, 16 тысяч. Что скажешь о Соколове? Да, конечно, не штурмовик, но 100 в руках держать умеет. Только какой-то он рожей кислый, больно. Монолитовцы обычно фанатичны, неистовые бойцы. Вот как с бывшим монолитовцем, это не ясно. Бродяга внешне вроде бы спокоен, чую, что только внешне. Можем идти. Бойцы бойцами, если это позаботится, будешь в костюме, замкнутой системы дыхания, тогда пойдем. И твою тушку на себе тащить не буду, мне пулеметы с патронами. А, то есть надо теперь найти костюм. Получено достижение лидер. Окай. Брайт, да, думаете? Сейчас бы 16 косарей взять. Так, а костюм, наверное, тут надо покупать, да? У чувака. Да-да-да, достать оружие, конечно. Что за 5? Внимание! Вброс! Это вот этот? Броня долго. Нет, это что-то не то. А это? Комбинезон Сева. 27 тысяч? У Шустера на Скадовске заказать. Ебать. Да, для, у меня для всех их костюмы, кроме... Так это надо... Ну давай на Скадовск. Надеюсь, не надо это, как гарнизон ждать там две недели. Ой, до 2 дня, чтобы сделать. Через 4 года 400 рублей будет буханка хлеба стоить, а 16 косарей здесь и сейчас. Согласиться бы надо. Чёрт. Сева он и есть? Блять, чужие не купил на Севу. Сука, груз. Сука, груз. Ладно, закажем, может дешевле выйдет. Там 27 тысяч он стоил. Шустрый. Здоров. Здорово, заказ. Вот это. Сколько? Сколько, блять? Знаешь, я передумал, бывай. А можно загрузиться? Переход съезда к отряду прикнул бродяга. Ну-ка, давайте здесь загрузимся. Охереть! В магазине 27, но заказ 30. Он что, под меня будет шить прям? Лекало с меня, если снимут? Слушаю тебя. Ну понятно, там и все. Понял, до встречи. В стримите час хэс 400 рублей. Нет, недостаточно. Бля, как эта тема уже, как она уже избитая. Сколько месяцев еще надо? Давай. Девять, вот это. Можешь ему что-то толкнуть? Нет, 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 нет. Мне наоборот патроны нужны. Вот это, кстати, можно взять. Так, а, мне еще нужны деньги, чтобы там, да? Туда мне нужны деньги. Ну, короче. Система защиты на морозе радиации. Так, ну что я могу сделать? Да ладно, давай покупаем. 23 тысячи осталось. Наверное, маловато, да? Ну, если еще что-нибудь продам. Ты заглядывай, тут весело бывает. Ага, весело. Ха-ха. Уу. Так у меня было проще, наверное. О, а что? А он типа без шлема, да? Комбинезон Сева. Может, тогда мне этот продать?
Я думаю, тогда этот мне продать надо, нахер мне нужен. О, да. Да. Личные ящики. Что-то я не вижу, где у меня личный ящик-то. Это внизу, который. Нахер его вкачал? А, нет, я его наоборот не вкачал. На тебе. Жри. И каску не надо. На, тоже ее жри. Все, 30 тысяч. Покедова! У Севы только от химии защиты. Да похер, блядь. Две брони не буду таскать, найдем что-нибудь. Ну сколько можно-то? Все, хочу в Припять. Артефакты не искал. Да что-то я все продал. Что-то везде радиация, она постоянно горит. Ну нахер, а то радиации не нашел артефакт. Че, ребят, сидим? Весело, да? С чем пожаловал? Можем идти. Словно отряд подняли задницы. Поехали. Наконец-то. Наконец-то мы идем в Припять. Мы видим эти города. Возможно, даже увидим бассейн. Тот, который видел во всех роликах. Вот так. Нечего мне тут. Вас может тоже брызнуть? Вам не жарко? Вот это отряд, я понимаю. Вот это отряд самоубийц. Один, правда, без защиты. Им вообще похер. Готов. Отряд? Отряд. Всегда готов. Я тоже готов. Ох, не нравится мне все это. Все готовы. Открывай. Ладушки, поехали. Вперед. А что открывают? Муравейник, как в Resident Evil? Ну дайте стрелять, в кого? Да, загрузка зомби. Не, у меня вообще жара. Ну чё? Я думаю, ну что, быстро всех убиваем. Гоу! Мув! Хо-хо-хо-хо! Приехали! У нас сегодня градусов, наверное, 30 было или 25. Так, там радиация, чуваки. Аккуратно. Это точно дорога в Припять? А, ну да, все правильно. Dead Rising? Да я даже не играл ни разу. Я всякие Dead Island, Dead Rising, вот за эти ничего не играл. По-моему, даже в фильме есть Dead Rising, да? По мотивам игры. Так. Давай, брат, жми эту кнопку. А, сейчас, подожди. Хо. Я нажал. Чё, кто на меня, а? Кто на меня? Кто? Вот и пригодились костюмчики. Нихуя! Вы чё по мне-то стреляете, а? Ублюдки! Вы дебилы, что ли? Чё-то валяется. О, аномалия тут! Посмотрим сейчас, где здесь не больно бьёт. Это какой такой акцент? Можно. Где? Где здесь? Ебать, что-то мне не очень. Сейчас разнесет нахер. Пацаны, ну спасите, блядь.
А, вы там прошли. Ну, пока вроде... домой, да и выкину из головы это место. Штугай. Чёртовой пушки. Я сверху, пацаны, иду. Я сверху прикрываю. Уже нет. Это вы в бедного штушканчика столько обойм отдаете? Похоже, в лоб не пройдет. Я открою. Ладно, нормальные герои всегда идут в обход. Так, пока все норм. Что-то не нравится мне здесь. Ар. Звук как Кэсси 1.6. Снорк. Когда перезар... Них! Кто? Да иди ты нахер! Хоть и в жопу! Блять, ребята, надеюсь, вы все живы, а? Тут просто у нас жесть, какой циркач попался, блять! Дюселей! Да кто еще? Да кто? Ты в кого-то стреляешь? Так, ну у нас не, нам писали, что здесь надо 100 аптечек, у нас вроде не 100. Так, где пушка нормальная? Молодец, да? Всех положили. Ай, все положили. Ясно. Привет, Гринч. О, на, помогай, Гринч. У тебя ответственное задание. Я думаю, тебе не надо объяснять, что тебе надо будет делать. Это Синец там со мной? Да, в свою игру зовет. Пошли, поучаствуешь. Открывай. Всех положили. Тут мне тоже не по себе как-то. Хрень. Говорит это. Я ради ХС его только смотрю, сука. Нет! Да я вообще всех убью нахуй! Кто? Ты? Ну, я думаю, не буду на них тратить. Это уже припекнет, это мы где-то рядышком. Так, пока все норм.
Ты держишься? Все слушай, держатся. Красиво, да? Красиво, вообще, слушай. Ай, кебабы бы сейчас. Я пытаюсь. Я попал. Сколько мудрская подписка стоит? Че, потише что ли звук выстрелов сделать? Давайте. Так вот. О, потише. Да, я сам не понимаю, ЖЛС, Хейси, че надо было? Так мне туда надо в рубку? Окей. Еще аномалия. Пойдем ее смотреть. Дверь обесточена. Какая аномалия? Не-не-не, хватит с меня аномалий. Здесь только один раз пройти можно. Второй раз мертвый будешь. Блять. А как? Ладно, нашел дорогу. Ну. Нет! Так, раскрытие еды продают сад, где личный ящик со складовски добавлены медикаменты. А, так это в личном ящике. А-а-а, это из-за того, что я убил этих кровососов. Наверное, я когда-то был здесь. Не помню. Может быть. Не время сейчас болтать. Мы идем, нет? Веди нас. А все, я уже обратно не поменяю настройки. Все, я все просрал. Слышите, ребят, что делаем-то? Погнали. Погнали дальше, вот сюда вот. Дверь обесточена. Так, питание ворот отключено. Ага. А, раскрыл тремора, да, тремор. Привет тебе, утка, три семерки. И что делаем? Ну, подключите питание, есть тут электрик? Алло. Электрик, что делаем? Тут отключено все. Смахивает на трансформатор. Интересно, все линии включены? Добраться до... А, это наверх надо лезть. Блять, надеюсь, там бабки никакой не будет. Ты это! Если наверх полезешь, возле рубильников осторожней. Угу. Ну, вроде все. О, все, полезли, чуваки. Так. Так это люди. На блюде, блядь. Нихуя себе, они жесткие. А чё они вообще не умирают? Все живы? Все живы, нет? Я ранен, пока все живы. На тебе, в член. Ну нифига себе! Нормально? Лучше уйти из открытого места. Вечер в библиотеку. Привет тебе, Давид. Так, мне нужны патроны. И вот это. Подождите, ребятки, не идите, дайте полутать. Подождите. Ух, нихера себе. Это он с прицелом? Но я думаю, все равно у меня лучше, да? У меня же он прогрейженный. Поэтому смысла мне от этого прицела нет. Точнее, толку. Так, и здесь. Че, почему у вас нет 100 аптечек? Вы сдохли, потому что у вас не было 100 аптечек, понятно? Дебилы, блядь. Вот ты, у тебя сколько? Две всего, а надо 100. Ну, прицел снять можно, да? А, у него того, у того можно снять прицел? Это хорошо, сейчас тогда сниму. Только у меня перегруз.
Сожри вот. А у кого он был? Где-то вот у этого, по-моему, да? Нет. Вот! Вот у тебя тоже есть аптечки. Но маловато. А, я вот это подобрал, нафиг надо. Так, где? 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 Подождите, чуваки, я найду прицел. Оценить прицел. А я могу кому-нибудь присоединить? О! Тьфу, неплохо. Ну все, идем дальше. Мы ж подключили, ток подвели. Да, задвигали нам. Ой, задвигали. Авиация, работа почетная и не пыльная. Ха! Ха! Так я же подрубил трансформатор. Или недостаточно подрубил? Ворота заблокированы. Кнопки рядом нет. Есть добровольцы? Смотаться в диспетчерскую? А. Глянуть, нет ли там чего подходящего? Ну, даже не знаю, наверное. Я пойду. Мне надо идти. Я не хочу один. Давай, брат, за тылы не беспокойся. Угу. Тылы. Сука, что-то не выскочит. Эй, смотри, тут открыто все. Осторожно, что-то тут не так. О, аптека. Как? Нет! Снайперы! Получи-ка! Они мои! Да ты, блядь, умри! Все живы? Где четвертый? А, вон, вижу. Так, надо что-то... Путь открыт. Идем? Да, идем. Торчать здесь точно смысла нет. Те двери не худший вариант. О, вот еще аптечки дофига. Давай. Мне на самом деле больше бы патроны пригодились. Чё, ребят, готовы? Погнали. Это в кого? Это кто там? Я зайду с тыла. Сейчас вот этих чуваков подберу. Так, что у вас валяется? Нет, иди. Ай. Та-ра-та-та-та, миллиард аптечек. Колбаса. Да ё-моё, откуда? Откуда все бежите? Пиздец. Вот реально, вот откуда они все лезут, а? Чё они вообще здесь делают? Зоны тоже пошли в Припять. Ну без аптечек, ну это же не дело. Ай! Ай! Чуваки, тут что-то жалит, слышите? Это пытается, это стрим снайпера пытается зарубить. Да, давай. Я слышу там кого-то. Ну-ка, возьму-ка лучше дробовик.
Ебать, да что за х... Ничего тут нет. Давайте колбасы сожрем. Пить. Я пытался найти артефакты, но они не хотели, чтобы я их нашел. Тебя зарежу нахуй. На! Так, что у него? О! Уже интересно. Уже какой-то детектор, отклик. А, ну пусть валяется, что выкину потом. А ты жри давай колбасу, ага. Да, я химер встречал, и каких-то, блядь... Ебать. И каких-то бабок встречал еще. У меня патроны кончаются, пацаны. Че встали-то, пошли? Слушайте, ребята, там за вас сражаюсь. Блядь, одни пестики. Вот это хоть что-то, хоть более-менее. А это... Тоже нормально. Да берем все. Мы далеко прошли, мы так не отобразится, да, на карте, где мы ходим. Фюреры, фюреры. Я тупо иду, я жру аптечку. Ай! Ну чё, ну нормально же шел. Ну просто не получилось, не фартануло. Так, здесь этих надо облутать еще. Бинтик не взял, ребят. Прикиньте, бинтик. Надо бинтик поднять. У меня всего-то их 44 штуки. Могут пригодиться. Так, не сюда. А зомби вообще похуй убьешь их. Они какие-то жесткие. О, наверх. Привет. Это что такое? Чучхела. Это чучхела? А где ты взяла? Откуда в нее? Похоже на анальный. Она очень вкусная. Тебе язык твой, знаешь что? Вряд ли будете чучхелу? Ешьте. Вылезли.
Это чучхела, ребят. Это орехи в виноградном соке. По-моему, как-то так. Вот будете... О, в Припяти, наконец-то. И все выжили, да? Все выжили? Пфук. Иван, выживан, спидран. Сейван всех спас. На вкус как анальные шарики, я не знаю, чучхила вкусная. Как будто вы ни разу не пробовали чучхилу. Вон в Сочи продается, или в Адлера какой-нибудь. Там много, на курортных городах она продается. Оружие на землю, быстро! Не стреляйте, я лейтенант Соколов, СКАТ-4, второй пилот. Следую на точку Б-28. Привет, Мэйк. Что нового? Ты здесь карты не увидишь. Ты знаешь Ковальского? Ковальский? Ты кто такой? Это пингвин, блядь, из Мадагаскара. Майор Дегтярев, СБУ. Прибыл для расследования СБУ. Сейчас буду убивать. СБУ? Какого хрена? Так и знал, что тут не или все так стрим, просто. Блядь, урод. Да, дружная компания. А вы думали, просто так здесь ходим, да? Зачем сразу ствол, дорогой? Не видишь, что ли? Мы свои. Мы с товарищем, мы через все пошли. Долгий дорога КБУ. Я из КБУ, да. Хорошо, следуйте за мной. Без меня. Почему? У меня с военными дел нет. Капитан, пусть идет. Ладно, Ренсон. Че он один сделает, да? И сейчас мы будем все этих чуваков собирать по всей карте, у всех выполнять задания. Мне все равно, кто на кого работает. Правильно. Ничего так Припять. Ты тоже есть чучхилы? Это что, это грецкий? Нет, это не грецкий. Я не знаю. Моя? Чем вот это? С грецким невкусная. Я, по-моему, арахис, не знаю. Майор Дегтярев, КБУ! Не хочу. Ну что буду жевать? Ну же качественный контент все-таки. Угу. Фарватер. Угу. Все вертушки легли. Единственная версия, нас били нахрен. Причем из какого-то неизвестного оружия с обалденной пробивной способностью монолитовцы применяли такое против нас во время первого штурма ЧС. Короче, надо эту дуру найти. Можно подробнее о задании. Есть группы захвата, необходимо исследовать объект А-17. Капитан Тарасов покажет где-то. Там госпиталь, два корпуса с переходом. Монолитов сейчас находится в западном корпусе. Вы устроите засаду. Кто он? Вероятно, лидер отряда. Ребята выдали какую-нибудь, читают проповеди своим бойцам. Понятно? Мне нужна информация, как относится относительно операции «Фарватер». Будет что-нибудь необычное время полета. И пока ртушки не стали падать, нет, все шло строго по плану, поднялись в воздух за полторы минуты до выброса, после этого активировали защиту. Вот и пилот работал нормально, шли по самому короткому безопасному пути из тех, что на карте были. Ну, понятно. Какая ситуация в Припяти? Отбор на хреново. Припять кишит монолитовцами в перемешку с зомбированными. Выбросы, мать их так, вместо дождика. Ну и всякая хрень, да куча мутанты на мале. Вот так и живем. Что у вас с припасами? Снаряжение так, что на своем горбу притащили, то есть. Кое-что удалось отбить на монолиты, боеприпасы в основном. В общем, живем в режиме сражающей экономии. Так, что собираетесь делать дальше? Дальнейшее проведение фарватера считается невозможным. Видно наверху. Так же считаешь, что раз ты здесь. Ну, короче, все. Пока. Ясно. Вижу, рядовой, ты что-то охрененно умный. Мое дело стрелять. А насчет поговорить, я же это командир. Что, надо вниз спускаться, да? Здравствуй. Как дела? Кажется, все довольно неплохо. Мне только не дает покой вопрос, что уже с нами произошло. Пока. А ты... Нет, ты никто. Чувак. Спросите лучшего капитана. Капитан Тарасов. Капитан Тарасов, нахуй.
Это хоть ты и майор, но командую операцию я. И мы команды должны выполняться точно. Это зависит от жизни каждого бойца в отряде. Я еще не готов. Как твои дела? Хорошо, почему нет? Тут, конечно, ребятам трудно, но ничего, справимся. Хорошо, Вано, покедово. Ты. 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 Что произошло со скатом 4? Не знаю, черт, я правда не знаю. Вот было же предчувствие перед вылетом. Вообще шли на автопилоте, но при приборах все было в порядке, а то раз, ну ясно. Как и все говорят. Раз и пиздец. Вроде бабка есть, тёлка есть, тумбам и пиздец. Не унывайте, пацаны. Лейтенант Кириллов! Здравия желаю, лейтенант Кириллов! Держи оружие в исправном состоянии. Как у вас с патронами? Пока неплохо. Мне нужен... Мне специально обучили. Бронежилет. Мне нужен патроны. Патроны... Не знаю, давай сюда. Давай сюда. Нужны патроны. Гранаты... Нет. Блять, что-то я зря это затеял. А это что такое? Ну, кстати, ничего, бронекостюм, нормальный. Мне же лучше все-таки это взять, это выбросить, да? Или нет? Стоимость 0. Стоимость 0. Булат. Ладно. Вроде неплохо. Правда, радиозащиты вообще никакой нет. А это... Ну, да, конечно. Пауч, но я не могу таскать. Я могу тут его тупо выбросить. Все, пока. А, я даже ходить не могу выбросить. Все, валяйся здесь. Ты... Мне нужны медицинские препараты. Препараты. Медицинская помощь. Я все равно не могу, мне надо что-то выкинуть. Меня сильно дофига всего. Давай вот это вот выбросим. Вот гранаты выкинем. Что у нас тут? Тушенка. Вот это что такое? А, это я вес могу перетащить? 30 секунд. Так он, ты можешь этот... Модификация-то... Ты... Нет, он не может модификации делать. Где, кстати, мой ящик? Где-то тут даже должен быть мой ящик, да? О, господи. Тяжело, блядь, пробежал. А, вот это. Надо сюда все сложить. А я не могу идти! Да, пусть лежит. Так. Надо бинтов еще выложить. Потом, если что, вернусь. Ну это-то мне сюда. Это что? Я так чувствую, спиток килограммов, я уже тут того. Угу. Так, это можно выложить. Таблетки. Это что такое? Граната и водка. Водку можно скинуть. А это что у меня вообще такое? 5-45-39. Он для чего? Короче, анекдот цивильный. Давай. Приехал, значит, новый полкан на часть. Тут это надо, 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 надо. Он с офицерами в курилку. Вот это, ну, и там вот это не надо. Все смеются, а один летит. И вот это тоже не надо. Он ему и говорит: слышь, лейтенант, всем смешно, а тебе нет? Так я не из вашей части, товарищ полковник. Там анекдот пропустили. Все? Ну, вроде 44 килограмма, все равно до хера. Вот это еще скинем. Все равно много. У меня 3 пушки с собой таскаю. Что я могу сделать? Ладно, поехали. Со всеми вроде попиздели. Это мы где сейчас на карте? А, вот здесь вот. Спросите лучшего капитана. Ты? Двинули. Блять, смешно, пиздец. Ох, эти шутки.
Я даже не знаю, что смешнее. Вот эти шутки. Или такой вот контент от меня. Да. Айс на крышу. Остальные за мной. Ладно. Я лезу, лезу. Блять. Ну ты чё? Блять, чувак. На какого... Ёб твою мать. Чё, капитан? Поехали? Я готов. Аня! Ань! Айс на крышу. Дай воды или кофе, или что-нибудь ещё. А то сладко, пипец. Сейчас главное, шкерься в здание, задание не запари. Я постараюсь. Хо! Я тебя прикрою, мой брат. Да, лучше водки. Вот это нормально. Вот это стиль фанки. О, прикольно. Вот это я и хотел. Писсуар. Всем занять позиции. Ты мне чаёк несёшь? Спасибо. А чё полкружки воды? Да не, может было холодной воды. Да. Ладно, все понятно. Это что, тут больница была? Кажись, больница была. Так, мне надо наверх попасть. Подождем, пока дойдут до центра двора. Есть цель. Чё, ни хера не вижу. Ну, блядь, дай спрыгнуть. Фонарь выруби, нет. Где? Кто? Ты что ли, а? Ты засада? Ты? Ты? Его сухо пере... Блять. Да не светил фонарь до туда, чё мне гонит? Фонарь не светил. Ну ладно, хорошо. Ладно, ладно, ладно. Хо! Вот мы в засаде. Есть цель. Да, есть цель. Что, опять я слился, да? Ну нахер, я ем. На. Порвём. Огонь! Ну где он? Все. Шкирюсь, да я же шкирюсь. Так, пацаны. Прикрывайте меня. Вот я включил даже ночное зрение. Правда, мне ни хера все равно не видно, ну да ладно. Проверяем тела аккуратно. Аптечка.
Блять, коллаж взял. Засада! Укрытие! Ну чё, сука, готов? Блять, я ни хера не вижу в этом ночном, блядь, зрении. Ебать, там какие проповеди, а? Все? Подожди, дай полутать. Прикрой. Фонарик. О! Еще кто-то. А, он наверху, пацаны, вижу его.